Так, все, продолжаем сюжетку. Так, сюжетное задание у нас вот там. Начинаем миссию. Обновите страницу на Твиче, все работает. Обновите страницу на Твиче. Сейчас, секунду, ребят. Так, я еще и по люлям получаю пока что. Все, погнали. Так, я еще и по люлям получаю пока что. Все, погнали. Так, где эти уроды? Так, я еще и по люлям получаю. Спасибо, все норм, все, отлично. Погнали. Так, нам куда дальше? Туда. Так, где эти уроды? Так, я еще и по люлям получаю. Спасибо, все норм, отлично. Кстати, так, что у меня дальше? За снаряга да. Нового есть? Так, где эти уроды? Что-то я уже забыл посмотреть. Эй, да. Так, я все спасибо, еще сижу здесь со сломанной старой. Кстати, в чем у меня за снаряга новая есть? Где утилитель связи? Что-то я уже забыл так, посмотреть. 51, 37, 53. Кстати, да, в чем у меня за снаряга новая? 39, 74. 43, 71. У, в чем у меня за снаряга новая? 54, 50. Так, ладненько. 35, 53. Ну, вообще красавец, да? 43, 71. Все, уже в зеленочке. 54, 50. Вообще отлично. Что у нас здесь новенько есть? 35, 50. Нет. Ну, вообще красавец, да? 43, 71. Все, уже в зеленочке. А, все. Теперь не должно повторяться. Спасибо, что подсказали. Так, что это за хрень? Не слабо. Ага, очередями стреляет. Теперь все должно работать отлично, да? Соляные рудники. Наш новый страж уже в пути. Я слишком стар, чтобы нянчиться с тобой, Сурая. Наконец-то признал, что постарел. Выручил разок, и теперь будет припоминать целую вечность. А, ты, наверное, хотела сказать разок в неделю. Ведь это из-за тебя я посидел. Да-да, продолжай, старичок. Женщина, блин. Так, мы на заводе. Да не двигайся. Мне бесит, когда они двигаются, сложнее попасть. Да? Так, я тебя вижу. Покажись, дружбан. Покажись, покажись. Ах ты, мерзавец. Так, пошли вперед. О, револьверчик зелененький. Хотя я хочу золотое уже обмундирование, но кто знает, Destiny это топовое. Все, прям подо мной засранец последний. Иди к папе. Ну, у вас два, хорошо. Так, дальше нам сюда. Мы можем подняться наверх. Редактор перса стал лучше. Не заметил. Вот спорим, сейчас мерзавец спустится. Ну или так. Классный лифт. Придется искать другой путь к Хоторн. Как открыть-то? Ага. Будь осторожен. Падшие те еще падальщики. Они готовы сражаться за что угодно, лишь бы прибрать это к своим грязным лапам. Пум-пум-пум-пум-пум. Ну, игра в целом стала лучше, это точно, да, но
какие-то нюансы, да, типа редактора, ну, знаешь, там несколько причесок выбор, да, еще чего-то. Ну, я не сказал бы, чтобы, знаешь, это, типа, гениально. Да взорвись нахрен уже. Понятно. Отлично. Привет, друг. Так, ты где? Тыщ. Блин, они, конечно, не мои любимые стволы сейчас у меня. Я особенно не люблю стрелять очередями, если честно. И никогда не понимал смысл таких пушек. Зачем они вообще такие существуют? Либо одиночными, либо автоматически. Зачем очередь? Вот честно, в чем прикол очереди? Я вообще не знаю. Привет, Парселан. Да, лифт здесь, конечно, отпадный. Так, а что за хрень? Все переключатели сломаны. Видимо, кто-то разозлился из-за того, что они слишком медленно работали. Это вполне в духе Кейда. Кейта. Ну, а, стой, у меня револьвер, да? Да-да, выздоровел, спасибо. У меня же вроде револьвер, да, 74. Да-да-да, однозначно револьвер. Жалко, не огненный. О, смотрите, какой прикольный, прям магнум какой-нибудь. Ух. Так, это что за хрень? Ага, весело. Мощный. Да, блин, только бы попадать с него легче было бы. Давайте хедшот. Хедшот. Ну, расстояние далеко, блин, в жопу. Да что-то у вас многовато. Блин, что я на опережение стреляю? Здесь нет такой баллистики. Да, я умничка. Как же еще? Пошел отсюда. Да где ты? Куда пошел? Так, еще один какой-то здесь, да? Не вижу. Сзади. Кто здесь? Мне типа, куда вообще мне надо? Вот бы еще это понимать. Понятно, вниз. О, стой, 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 стой! Классно она скатилась, да? Все упало, мать его, вниз. Ах, вот, понятно. Там еще и снайпер по мне херачит. Вообще отпад. Класс, классная новость. Ладно, ублюдки, иди сюда. Седьмой левеляп. Надо потом навыки посмотреть. Так, и что я тут нашел? Суперзаряд, а куда нам? А, ты будешь рад услышать, что падшие покидают рудник. Похоже, ты впрямь разворошил осиное гнездо, да? А здесь, может, что-нибудь есть? Не? Сундучок? Не, ничего нет здесь. Ладно, отстой. Твою мать, патрон мало. Нормально. Да попади тоже. Да что же у вас тут столько-то? Почему вы не взрываетесь друг от дружки? Не видно нифига. Ладно, сделаем по-хитрому.
Ладно, здесь кинем грену в жопу. А то ни хрена непонятно, где этот кончик мины. Такс. Опа. Прикольно. Так, меня скоро ждет босс. Я так чую. Мы нашли лифт. А вы хороши. Почти так же хороши, как Луис. Ребят, на YouTube видео рассинхрон есть? Типа, когда видео опаздывает от звука. Вот выстрел. Якимяш, попробуй перезагрузить страницу. Может, решит твою проблему. Парселан, есть тоже такая проблема? Сообщите. Я пока почекаю, что здесь вообще есть. Нет такой проблемы, да? А на YouTube, ребят, есть такая проблема рассинхрона видео? Что я стреляю сейчас, и патроны... Ну, выстрел позже происходит. Все норм. Якимеш, это, наверное, у тебя глюк. Обнови страницу. На YouTube тоже все норм. Вот сейчас точно будет босс. Лифт не работает. Наверное, нет электричества. И мы потревожили падших. Да ладно. Да, какой у тебя... Нормальный разброс, понятно. Я вижу шарик. Ладно. Твою мать. Да ёперный бабай. Я ульту пока не хочу юзать. Чё-то вас дохера... Блин, понятно. Я вижу элита. Патроны на револьвер где? Ладно, погнали. А, это шарик. Ты 3 года играешь? Отлично. Спасибо за подписку. Ловите грену, твари. Кто тут еще? Ой, блин, вас там много. Вы еще по бочке попадите по моей. Вообще весело будет. Ты вообще желтый? Класс. Стойкий дрэк. Молодец. Что стойкий. Так, мажу чуть-чуть. Да как? Я ж тебя стрелял. Как ты так? Все? А босса не будет, что ли? Что-то вас многовато. Блин. Перезарядка, чтоб меня. Где мелкий? Ладно, давай с тобой поиграем. Шарик маленький. Я вот так тебя любил валить. Твоего сородича. Блин, не попадаю тебе в бошку. Ну, в глазик. Во, попал. Попал. Чё ты выронил? Фиолетка, отлично. Есть, убили прислужника. Электричество включилось. Отлично, может я когда-нибудь даже свой усилитель получу. Интересно, о каком она усилителе говорит. Вроде все. Чё нажать? Ха-ха, опоздал на вечеринку, мужик. Пока. И, dance.
И прикиньте, такой сейчас хедшот. Сервиторов потапами называешь? Почему? Почему потап? Запомните, в любой жопе всегда найдите место радости. Ох ты, какой брейк. И никто попасть не может. Блин. А я потанцую в жопу. Попади вот так в меня. Отпад. Смешно. Знаете, это как в Матрице или в каком-то там, в каком-то фильме был, типа, танцует чувак, короче, хер по нему попадает. Yeah, dance with me, Пум-пум-пум-пара-пум-пум-пам. Маска. Да-да-да, маска, вот точняк, он, точно. Выбрались из рудника, идем к тебе. Поторапливайтесь, надо закончить с настройкой сети связи. И, спасибо за помощь. Ты не так уж плох. Я вообще красавчик. Стража воображалы. Слышь? Это самые добрые слова, которые только произносила Сурая. Ты свидетель редкого события. И зачем я сюда полез? Короче, хз, давайте посмотрим, где мы. Так, топ. В данный момент невозможно открыть другие задания. Я знаю. Так, нам надо что? Давайте посмотрим. Так, выполните задание воспоминания. Завершите два боя в плейлисте. Я же это выполнил. Так, ладно, я все равно не понял, сейчас что надо сделать. Найти Хоторн. Она вон там. Ладно, давайте пробежимся, а то я не совсем понял, где она. Ну, посмотрим локацию. Может, она здесь? А, вон она. Потапон. А, потапон я знаю. Ну, не знаю насчет того, чтобы их так назвать. Вернулись? Кажется, Луис мне проспорил. Ну что, проверим, работает ли? Так, если я ничего не напутала. Есть входящий сигнал. Стражи, город пал. Если в системе еще остался свет, мы ждем вас на Титане. Не теряйте мужество. Стражи. Завал жив? Если мы выдвинемся сейчас? Даже не думай про Титан. Беженцы все прибывают. С одной стороны, у нас Красный Легион, с другой падший. К нам вернулись способности. И чтобы вернуть наш город? Вашего города нет. Хоторн, мы вернемся. И не одни. Найти меня будет нетрудно. Сбережешь немало времени, если просто убьешь меня. Ты удивительно мало говоришь для того, кто зовет себя глашатаем. Мы узнали, что один из твоих стражей вернул себе свет. Но ты утверждаешь, что у тебя нет власти над странником. Тогда как? Помоги мне понять. Глашатай. Свет живет во всем вокруг и во всех нас. Можешь заслонить его, можешь даже попытаться запереть его, но он всегда найдет выход. А странник сам защитит себя. Странник. Многие
изучал его, миры, которых он коснулся, его власть над жизнью и смертью. Мы не такие уж и разные, твой странник и я. Тебе не сравниться со странником. Никогда. Ты считаешь себя всесильным, всемогущим. Я видел таких. С малого начал. Малым и закончишь. Если странник и правда выбрал человечество по собственной воле, тогда ничто не помешает мне проникнуть в самую его суть, вырвать из него свет для себя и обратить вашу систему в прах. Только те, кого избрал странник, перерождаются в свете. Да. Это я знаю. Поэтому я захватил вашу планету, и поэтому ты все еще жив. Странник выберет меня, глашатай. И ты мне в этом поможешь. Прикольно, они туда вот между сюжетными заданиями CGI-ролики, вставки вот эти делают очень прикольно. Молодцы. В первой части такого не было. И это бесило, кстати, что мало сюжета было из-за этого. То есть в основном ты читаешь гримуары. Я хочу какой-нибудь более крутой кораблик. Дайте мне его уже. Надо будет, кстати, потом почитать в интернете, когда уже появятся на такие тоже первые игроки, которые найдут, где корабли выбиваются и так далее. Павел, ну это же ролики, конечно, кинцо. Титан. Доступно новый мир и новая миссия. Титан. Спутник Сатурна. Люди колонизировали его в Золотом веке и забросили с началом коллапса. Огромные археологии, полные давно утерянных знаний и сокровищ, медленно погружаются в глубокий метановый океан. Используй консоль навигации, чтобы отправиться на Титан и найти завалу. Окей. Давайте посмотрим, что здесь еще есть. Так, у нас есть еще сайт-квест. Титан, ага, ферма. Так, я, знаете, что хочу сделать сейчас? Вот завершите два боя в плейлисте состязательной игры. Ну, в плане, твою за ногу. Я же это прошел, но в плане. Я выполнил вот эту фигню. Или блин, надо было это выполнить. Понятно. Ладно, потом выполню. Так, давайте подумаем, что тут еще можно сделать. А тут есть легенда, что ли? Я хочу понять, что вот это за значки. Что вот это значит? Крестики вот эти. Ни хрена не знаю, на самом деле, но хотелось бы узнать. Ладно, давайте потрещим с ним. Возьмем какую-то награду. Я вижу тайники, кстати, слышу один из них. Ну, это кристалл, точнее. Вот. Надо потом посмотреть. Вот жалко, обычно, да, в играх, сами знаете, есть такая фишка, называется легенда, да? Где описывается обозначение на карте, что есть что и так далее. А здесь что-то не написано. Очень странно. Так, давайте с Геральдом потрещим. Ты что-то ищешь? Да. Так, что это такое? 77. Урон. Так, давайте глянем. Это снайперка? Так, 77. 88. Винтовка разведчика. Так, давайте-ка глянем. 89. 77. Не, покупать не буду. Так, а вот по пушкам что у него там еще раз? Это у нас что, дробовик? Это у нас винтовка разведчика. 83, да? 83. 35. Давайте купим, конечно. Я хочу ее взять. Мне так 12 тысяч, блин. Так, а вот это что? Повысить репутацию. Можете обменять эти предметы на награду Деври Маке. Ого. Вы можете обменять эти предметы на... Давайте посмотрим.
Энграмма EMZ. Опа. А, я не могу... Повысить ваш уровень, чтобы получить награду. Нахрена потратил? Аккуратней с ракетой. Давайте еще раз глянем, что у него еще есть. Погоди, мужик, дай понять. Так, ладно. Вот засранца, а. А, я здесь взял? Мне нельзя отвлекаться. 83. Надеюсь, ты понимаешь. Ну что ж. Черт, а я думал, что-то новое. Надо продать или разобрать ты, потом. Значит, из молчаливых героев. Так, ладненько, давайте отправимся теперь на... Ага, интересно. О чем он думает? О хавчике. Так, проникни в вражескую территорию, нападите на Красный Легион, и обманом заставьте его нанести карающий удар по падшим. Давайте-ка еще вот это выполним задание. Потом вернемся на ферму. Посмотрим, что там можно купить из лута, и отправимся на Титан. Я думаю, лучше всего будет вот так поступить. Чувака воскрешать сейчас не будем, конечно. Мы засранцы. Посмотрим сейчас с кабалов. Как будем убивать. Спасибо, что пришли. А то мы уже устали от патрулей Легиона и набегов падших. Нам бы не помешала ваша помощь. Попробуйте отследить терминал связи падших. Идея Дева безумна. Но она может сработать. Ах, молодежи так трудно понять мудрость, которая приходит с опытом. О, сундук. Круто, вовремя нашел. Да блин, о, их два. Отлично. Хорошо зашел, а? Так, все. Так. И куда? Туда. Пошел отсюда. Какая шикарная фраза. Так, нам туда. Что это? А, запустить терминал, окей. Отлично. Как насчет использовать твой доступ для подготовки трансляции на языке падших? Я думаю, пустить в дело тот шифр Кабал. Устроить драку падших с Легионом? Отличная идея. Я могу извлечь архивы переговоров из любого местного падшего. Так, и какой нам падший нужен? Так, запись фрагментов. Убивайте падших, чтобы призрак смог собрать аудиозаписи. Ладненько. Ищем! Мужик, прости, ты нужен для эксперимента. Так, и ты нужен. Здесь нет сундука никакого. А то вдруг я сейчас что-то упускаю. Нету. Так, нужно еще 4. Ой, 2. 1. Последний, где ты, друг мой? Вот ты. Привет! Нифига я тебя слабо бью. А ну иди сюда. Может, с этого? Да пошел ты. Все. У меня получится довольно убедительно изобразить падшего. Только не произноси при Дэви слово акцент, если не хочешь весь день слушать лекции о городских диалектах. Кстати, лучший вид на авиацию Легиона открывается со скалы, на которой мы поставили маяк для беженцев. Никто больше не ценит настоящее искусство. Где еще кто-то? Найти место для засады. Ну и где оно?
Ага, понял. Привет из холода, есть такой здесь. Ой, ёб вашу, короче, ладно. Ребят, потом задание закончим, у нас ивент. У нас ивент. Ивент, ивент, ивент. Он здесь. Давайте ивент сделаем. Он чат читает? Джонни, конечно, читаю. А ты получил за предзаказ особого призрака с счетчиком хилов? Нет, я не делал предзаказ. У меня просто диск. What the fuck? Ни хрена ты грену кинул, друг мой. Так, где ублюдки? Так, кто тебя обижает? Так, где этот еще? А, нам туда вообще надо. Найти место для зас... Вот, вот, сейчас здесь ивент. Блин, а я не тех, что ли, убиваю? Бригада по добыче блеска. Остановите. Я чё, тут один? Пошёл нах. Где еще один? Интересненько. Ивент от Святой, да. Как вы играете? Он уже поступил в продажу, у меня уже есть диск, да. Так, меня сейчас могут отыметь. Очень нежненько. А может и не нежненько. Где ты, мерзавец? Они направляются к другому участку. Туда, что ли, опять? Куда, куда, куда? Куда они направляются? В какую точку? Да, вот туда. Ну, кто предзаказал, наверное, его уже можно... нет, те, у кого диск есть, могут играть. Если у тебя еще диска нет, жди 12 часов или во сколько он-то по Москве начинается. Вот, вот и все. Короче, я после боя почитаю чат, не могу я смотреть и отвечать. Точнее, стрелять, отвечать. What the fuck, motherfucker? Ловите, сука, грену. Сдохни, ублюдок. Кто, блядь, на меня? Где ты? Опять начинается. Куда они полетели? Туда. А какое начало игры было? Миссии? Как в бете. Да, как в бете. Короче, ребят, я потом прочитаю, не могу отвлекаться. Мешает. Твою мать, пошел нах отсюда. Все идите, все идите, все идите. Я всех растолкаю, иди сюда. Где тот самый умный? Ты еще жив? Получай пач... Ой. Друг, прости. Где он? Валим, валим, засранца. Буром покончено. Все. Пусть теперь попробуют добыть блеск без буры. Отлично. Так, теперь задание, да, какое-то нам надо было сделать, доделать. Найти место для засады, вот оно. Основное перевели, а такие мелкие вещи можно их просить, да. Я играю варлоком сейчас на ПК, может, буду хантером. Привет, привет всем. А это лего-пушка, у тебя есть какая пушка? Ты о чем? Так, надо разобрать хлам. Так, что у нас еще тут херовенько? Давайте это разберем, наверное. Так, здесь что у нас? У нас еще есть слоты, еще есть слоты. Так, что я выбил? 53. 74, ну...
Гранатомет, аллилуйя. 71, 73, берем. Так, новенького больше ничего, да? Так, окей, пошли засаду устраивать. Ага. Понятно. Не знаю. А, легендарка? Или что? Легендарки у меня еще нет, а что, это в рейдах получаешь? Не могу поверить, или страйк? Или Найтфоллах, не помню. Выше нос. Хорошая новость. Вы сможете воспользоваться телепортом падших, чтобы выбраться на поверхность. Плохая новость. Там полно взрывчатки. Нифига разброс у пистолетика. Ну хотя он автоматически пошел нах отсюда. Где еще один? Где летающий? Если я просканирую туннели, мы сможем забрать из них все ловушки. Да, попади и уже. И мы воспользуемся этим, чтобы посеять хаос в рядах наших врагов. Замечательная идея. Да блин, опять. Меня эти ловушки уже бесят. Чё-то их многовато. Где еще одна? Да тварь... Кто? Ты, слышь? Оригинально вот эту зафигачили. Я в нее попасть не... Ладно, в жопу. Интересно, чего они не взрываются. Ладно, пошли их мочить, короче. В жопу, ублюдков. Ну, жесть какая у него. Да, блин, отдача капец. Ты будешь на ПК играть? Да, наверное, да. Но если мне все понравится здесь, то да, куплю на ПК еще. Пока предварительный план таков. А там посмотрим, что в итоге будет. Я же пока еще не знаю, какой здесь дальше будет эндгейм. Охренел? Вроде все. Не, шарик еще один, понятно. Блин, ну почему их столько? Что об меня? Ну, хотя на это вообще посрать, ну ладно. Раз уничтожают, уничтожаем все нафиг. На ПК в конце октября, да, 24-го. Выйдет игрушка. Экзотик, что тебе дадут? Экзотик, Карл. Ну, за предзаказ тебе вряд ли экзотику дадут. Теперь читать чат. Я не могу пройти, они прям поперек. Я не хочу прыгать. Я все-таки не Том Круз. И не в миссии невыполнима. Искать взрывчатку. И где эта гребаная... Я ее еще пропустил? Класс. Вот. Что значит на взрывчатку отвлекся? Так, ладно, где она? Ага, вижу. Ну, ставь. Печально догоняй потом гасольщиков. Ну, я а что делать? Я не осуждаю твое стремление разнести все на куски. Впрочем, думаю, мое глубокое сканирование должно быть очень-очень глубоким. Отлично. Теперь я могу переправить их ужасно опасную взрывчатку куда угодно. Ну, может, и дадут экзотику, не знаю. Может, вы правы, я как бы не углублялся в эти все хрени. Так,
начнут готовить засаду. Локализация, но она так себе. Мне больше английская нравится версия. Начинаю передачу сообщения. Буду говорить с акцентом дома дьяволов. Помнишь таких? А, дом дьяволов? Знаешь, какая самая интересная особенность их произношения? Так, Деврин, давай освободим канал. Ну, чтобы телепортация прошла без помех. К вам идет куча больших красных кораблей. Что бы вы там ни сказали, это привлекло их внимание. Я назвал Гоула одним нехорошим словом. Но вам его не скажу. А, я так люблю нетрадиционную тактику. На твоем месте я бы остерегался десантных капсул. Воу-воу-воу-воу-воу. Я хочу посмотреть на фейерверк, твою мать. Прикольно. Так, теперь они должны здесь взорваться, наверное, да? Да. Давайте смотреть на фейерверк. Бу-бух. Круто же, да? Вот этих больших надо валить нахер. Они очень живучие твари. Ну и этого тоже. Взорвись нахер уже. Отлично. Че, все? Да, еще игр много выйдет. Класс, да? Теперь что, опять сюда вернуться, что ли? Я слышал взрывы даже здесь. Уверен, то еще зрелище было. А значит, падшие легион тоже это слышали. Мы подождем, пока они не перестреляют друг друга, а потом зачистим остатки. Отличная работа. Так, что это? Совершить второй прыжок в воздухе, чтобы парить над землей со средней скоростью и управляемостью. Не знаю, давайте это выберем. А это что такое? Когда вы наносите урон противнику посредством этой рукопашной атаки, вы также поджигаете его, противник при этом взрывается. У, класс. Когда вы наносите урон противнику посредством этой рукопашной атаки, вы также поджигаете его и на время увеличите вашу скорость передвижения и скорость перезарядки. Да. Да. Все. Так, что у нас еще здесь появилось? 74, 95. Хоть мне эта пушечка не совсем прям по духу. 73, 96, 83, так. Что еще новенького? 72, 74, берем. Больше вроде ничего, да? Что-то внизу, может, дали? Ну, давайте эту эмблемку возьмем. Все, так, вроде закончили. Приключение завершено. Текс. Так, кстати, мы потрещали, короче, ладно. Понятно, что можно исследовать, но я потом поисследую. Не сейчас, ребят. Поехали пока на Титан. А, стоп, на ферму. Я хочу на ферме посмотреть, что там новенького. Может, что-то обменять, может, что купить. Помните, там же шмотки тоже продавались. Может быть, сейчас сетик крутой купим. А потом на Титан. Во как мы поступим, да? Согласны? Угу. Я уверен, что да. На самом деле... Знаете, что хочется? Ну, это было, в принципе, в оригинале, да, это... Все наверняка, кто играл, знают, что я хочу. Это, типа, быстрее вкачаться, найти шмот и пойти в рейды, в Nightfall и в страйки. Там с боссами сражаться, вот это все тактика, потому что тогда уже надо включать звуковой чат, уже нужно, чтобы друзья были в сети. 5-10. И... Короче, очень интересно. Для меня, кстати, не знаю, как для вас, кто играл в первый Destiny, Destiny полюбилась тем, что вот именно ты тактику оттачиваешь на рейдах.
Там было капец как весело. Так, ладно, давайте посмотрим, что за сообщение. Кораблик? Ну, кораблик пока, да, не топ. Не топ. Здравствуйте. Пропавшие предметы, спасибо. Так, давайте-ка что-нибудь выложим. Потом я придумаю, что с этими объектами сделать. Но пока я что-нибудь выложу. Так, открыть персонажа. Я хочу выложить это. 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 Здесь я выложу нафиг все этот хлам. Потом, не знаю, я его или разберу, или... Не знаю, что с ним сделаю, короче. Придумаю, в общем. Фантазия у меня хорошая. Так, 96, это тоже уберем нафиг. Уберем, 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 уберем. Но музыка вот в этом месте очень крутая. Ее можешь просто слушать и отдыхать. Такс. Норм. Потом решу, что с ним делать. Давайте потрещим с этой теточкой. Посмотрим, что интересного. История ждет. Так, ничего. Мы верим, что с нашим... Чего этой мадам? Помочь, страж? Не знаю. Расскажи мне. 20... Понятно. Заходи еще. Я записал то, что там на ПК не дали сейчас локации этого хаба. На консоли я не знаю, что давали. Я просто об этом слышал. Но какая разница? Это хаб-хаб обычный. Что там? Дуться, что ли, на них? Давайте посмотрим, чего у этого чела. Пора в бой, страж. Чего тебе не хватает? Повысить репутацию знак Гарнила. Давайте. Так, снаряжение фракции. О, прикольно. О, вообще красотулечка. Ребята, смотрите. О, фиолеточка, 15 левел. Я запомнил. Короче, надо будет нахерачиться в ПВП. Я не знаю, как это дело сделано здесь. Надо будет еще поговорить. Слайрус, привет. Привет. Стой на защите всех миров, страж. Стой, стой, стой. У меня ведь большой. Так, ладно. Импульсный револьвер. А, не... Так, я вот единственное забыл, как там это... Импульсная... Где тут значок на что, куда идет? Ладно, возьму... Сейчас, всякое, не помню, погодите.